Как сделать кляр для свиных отбивных? Ароматная поджаристая отбивная из свинины наверняка придется по душе любителям вкусно поесть. Разнообразить это блюдо помогут кляры, которых существует огромное множество. Готовятся они из муки, молока, яиц и других компонентов. И представляют собой и жидкое тесто, в которое обмакивается перед жаркой отбивная. Подберите свои рецепты, обратите внимание и при желании воду в рецепте кляра с панировочным. Сухарями можно заменить минеральной водой или пивом. Эти компоненты предварительно подогревать не нужно. Полезный совет: если кляр выдержать не менее часа в холодильнике, то он станет более эластичным и однородным. Инструкция: 1 кляр с мукой смешайте, сырые яйца с молоком, сливками и сметаной. Хорошенько все размешайте, непрерывно помешивая, всыпьте муку. Добавьте пропущенные через пресс зубчики чеснока и соль. Взбейте кляр деревянной веселкой до однородности. Нарезанную порционными кусками свинину отбейте деревянным молотком, посолите и поперчите с обеих сторон. Затем обмакните в кляр и обжарьте на растительном масле. 2 кляр с крахмалом смешайте картофельный или кукурузный крахмал с солью. Вбейте в смесь сырое яйцо и очень хорошо размешайте. Порционные ломтики свинины отбейте столовым молотком и предварительно замаринуйте в смеси лимонного сока, соевого соуса, чеснока, сахара и тертого имбиря. Затем обмакните в кляр из крахмала и обжарьте с двух сторон на растительном масле. 3 кляр с сырым яйцом предварительно охладите и взбейте венчиком. Потом влейте жирные сливки и тщательно размешайте. Твердый сыр натрите на мелкой терке и добавьте к яичной смеси. Заправьте кляр солью и молотым перцем. Хорошо перемешайте все компоненты. Отбивные из свинины натрите солью и перцем, запанируйте в пшеничной муке, после чего обмакните в кляр и обжарьте на растительном или топленом масле. 4 кляр с панировочными сухарями смешайте сметану с растительным маслом, лучше использовать оливковое масло и мукой. Добавьте готовую горчицу, соль и перец. Хорошенько все перемешайте. Влейте воду в небольшую кастрюлю, нагрейте до комнатной температуры, сняв с огня, тут же влейте тонкой струйкой в готовящийся кляр. Тщательно взбейте все компоненты венчиком или миксером до однородной консистенции. Следите, чтобы не было комочков. В последнюю очередь всыпьте панировочные сухари и еще раз хорошо все перемешайте. Если кляр получается слишком густым, влейте еще немного воды. Отбитые порционные куски свинины обмакните в приготовленном кляре и обжарьте в сковороде на растительном масле. 5. Овощной кляр. Болгарский перец вымойте и обсушите, репчатый лук очистите от шелухи. Затем подготовленные овощи порежьте на небольшие кусочки. В глубокой миске смешайте лук, болгарский перец и кукурузу. Отдельно взбейте венчиком сырые яйца с солью. Затем добавьте их к овощам и хорошенько вымешайте. Если кляр получается жидким, добавьте пару столовых ложек муки и размешайте. Окунайте порционные куски свинины в овощной кляр и обжаривайте до готовности.